Дальше играем. Это я, мистер Умут, наш Митя Колокольчики, Пописочка. Я рыбку таки ем. Чё? А там что? Я чуть-чуть открыл. Я открыл дельфинчика. Да-да. Попробуем. Сидят они меня здесь игре. Ну почему рыбки такие быстро плавунцы? Есть даже морской слон. Да. Они всех пугают. Морские котики, а вы сможете, как я, спрыгнуть? Наверх. Да, рыбки такие большие становятся. Ух, поехали со мной. Поехали. Опа. А вот так вы можете, как я. А вот так вы можете, да, как я. Не можете, да? Тогда уйдите отсюда, морские котики. Морские котики, конечно, такие вкусненькие для меня. А шо? Я съем полностью это все. Класс. Что-то вот так неудобно. Давайте вот так. Ну, мышка такая себе. Да. А я случайно могу человека съесть? Нет, не могу. А камушки здесь даже большие бывают. Да? Это правда, что ли? Я не знал. А море что-то глубокое. А, море глубокое бывает. Очень глубокое. Но море не тащит человека вниз. Ой, я съел ведро. Да. А что? Конечно, я думаю. Но, конечно, я думаю. Ну, так себе. Я чувствую. А шо? Морские котики идут ко мне, Рон. И человек даже. Нет, человек чуть-чуть поднимает. Человек маленький. Но а что так? Ребята, акула! Я вижу акулу, большую белую акулу.
А он сможет случайно меня съесть? Эй, прыгай! Он не может меня! Акула! Смотрите, он не сможет съесть котика! Если здесь был мегалодон, я бы его сожрал! Хотел сожрать! А здесь акула! Большая белая! И даже он, как акула, делает. Он похож на меня, не, но он напинает по мне. Ой, и здесь акула! А он сможет, конечно, он сможет плавник вот так сделать, как я. А, спасите, помогите. Акула здесь у меня. Страшно, как... Ай-яй-яй. Ну что такое? А еще, конечно же... Они стали больше, еще больше большими. А он может вот так. А я тут. Акула такая большая, что я хочу, чтобы... Я хочу его взять. Я хочу посмотреть поблизости. Хочу я его взять. Не хочу его съесть. Если бы у меня был на руке акула-молот, я бы точно, да, его убить сначала. Вот на суше, на руке. И потом он умер бы. Эй, акуленок. Ай. Он меня тащит зубами. И куда он тащит меня зубами? Куда? Сюда, что ли? Я хочу акул наконец-то съесть. А может, их убить на суши? А ко мне идут два акул. Идут два акулы. Два акулы, я не могу выйти. Акулы меня сожрут. Спасите, помогите. Вы знаете, как я дышу на суше? Легкой. Я не могу выбрать. Какую выбрать, я не знаю. Ай. Я застрял здесь навсегда. Тогда ту-ру-т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 у. Акула сможет вот так делать. Плыви, плыви. Я здесь. Ну да. Я просто так делаю. Куда он меня тащит? Сюда, что ли? Ай! А здесь он хочет кусать меня.
Опять он меня чешет. Ай! Он меня чешет на зубы. Ай! Ай! Где акулу вижу? Да-да! Первый раз. Я съем вот этот маяк. Он будет светить. Ну, вот здесь. Вот здесь. Всем пока-пока. Видеоролик закончился. Нажмите лайки, колокольчики и подписочки.